Начнем с доски, брат. Вот сюда подняли. Вставляем. Сюда. И вот так под внешнюю. Это вниз. Да, сюда. Давай. Беру с собой ботинки для сноуборда и сноуборд. Будем вонзать. Все, сейчас садимся в ратрак, едем на 4800. Сейчас, значит, мы забрались на седло и прошли его. Сейчас находимся на... И мы находимся с северной стороны седла. Неподготовленная ночевка на высоте 5300 метров опасна для жизни. Олегович, ты где? Ты шкандыбал. Сними фонарик, вот это вот, сними капюшончик. Олегович. Кирилл с Олегом сегодня поднимаются на восточную вершину, вот куда-то туда. Вчера гора остальным из нашей группы объяснила, что для нас в этот раз является верхней точкой. Ну что, в этот раз 5000 с копейками. Тоже прекрасно. Ждем ребят. Мы начали подниматься вот на восточную по классике, то есть там все, перешли седло на другую сторону, начали подниматься. И начала резко портиться погода. Вот, а там погода меняется вообще очень резко, там буквально 5-10 минут, и уже ничего не видно. Ветер поднимается там до каких-то очень сильных порывов, и вообще тебя сдувает оттуда, и надо срочно валить. И если, слава богу, если это будет не грозовое облако, потому что если грозовое облако, надо с себя все железо скидывать, значит, и все телефоны быстро в какой-то мешок, и все это на веревке закидывать 30 метров назад и с собой волочь, чтобы тебя молния не ударила. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на вершине, на восточной вершине. Олегович, давай, где наш флаг? На вершине мне показалось, что мы там провели буквально пару минут, хотя мне потом говорили, что это было минут 20. Но первые, мне кажется, минут 5 я сидел просто и пытался поймать дыхание, осознать еще что. Просто сидел, смотрел в одну точку, я даже не оглядывался. Любое телодвижение, там буквально даже там достать телефон или камеру, и чтобы сделать фотографию, это просто неимоверное усилие. Потому что хочется просто сесть или там встать и просто дышать, чтобы хоть как-то отдышаться. Мы успели в последний момент, когда погода начала портиться и вершина начала затягивать, встали в связку с инструктором и буквально побежали бегом вниз через молоко, через туман, когда вообще ничего не видно, кроме как впереди стоящего человека. На вершине погода резко поменялась, и мы быстро спустились в седло. Вот такая вот история, ничего не видно. Если ты идешь в гору, надо уважать гору, нужно готовиться с полной отдачей и выкладываться на все 100, на 99 не прокатит. Там реально нужно работать с собой по полной программе. Творческая часть, вот концерт, это то, что мы любим, то, чем мы живем, то, чем мы занимаемся. Это тоже требует большой отдачи, может быть, другой, там не физической, но какой-то моральной, эмоциональной. И, конечно, тянуть два эти процесса полноценно – это сложно. Вот это человек с вершины. Сколько мы там были? Не больше 10 минут, да? Ну, 20. Да. Я думаю, это одна из лучших практик развития духовной силы, которая вообще есть. Некоторые люди там, не знаю, стоят в планке на время, там, на кулаках. Вот, но как бы часы-часы сходить на гору – это, конечно, несравнимое ни с чем ощущение. Мне нужен отпуск. А как дела? Нормально. Подожди, ты хоть расскажи, как оно было-то? Потом. Все, хочу снять с себя. Многое пришлось пережить, испытать вновь. И да, я могу сказать, что эта неделя с небольшим, которую мы там провели, она меняет, оказывает влияние на последующую жизнь, на те цели или ценности, которыми ты
оперируешь, к чему ты стремишься, как ты смотришь на вещи. Такой тур восхождения на Эльбрус Deluxe версия. Плюс с игрой концерта еще. Если бы можно было всегда так делать, ты едешь там куда-то, ну не знаю, куда-то зачем-то, а заодно сыграл там концерт. Это было бы вообще супер. Потому что это любую, как бы если ситуация там сложилась у тебя не очень, то концерт тебе это компенсирует. А если она сложилась круто, то концерт все это удваивает, утраивает и так далее. Я очень часто это говорю, что вот в горах есть какой-то мистицизм. То есть вот какая-то вот такая вот история энергетическая, которая вот... Там можно просто сидеть вот с инструментом и молчать. И уже это круто. Когда там начинаешь играть, там как-то вот все лишнее уходит. То есть и... интересное ощущение. Yeah.